But he's great, he's great. Граффити является моей профессией. В России очень сильно влияние советского монументального искусства. И оно очень здоровское, оно очень крутое. И для того времени это, конечно, был прорыв. Потому что такого мощного искусства не было давно. Я думаю, это была отличительная черта. Сейчас нет конкретного стиля в России. Вот нет того, чтобы можно было сказать, ага, этот человек из России. Вот у немцев, у французов есть такой стиль. Я думаю, что есть. Особенно немцы, вот для меня они близки. Я вот смотрю журналы, я листаю, я вижу, ага, это делали в Европе. Это понятно. У украинцев, у интересных таски есть свой стиль. Сразу смотришь работу, видишь, да, это, наверное, из Украины, ребята. Я пытаюсь прокачивать свой стиль в плане узоров. То есть я пытаюсь, чтобы мои работы были узнаваемы. И моя такая визитная карточка, это как раз узорное наполнение. То есть все мои рисунки, они как бы сотканы из переплетения линий, из каких-то таких как клубочков. И я думаю, что это важно для каждого художника, чтобы у него был как бы свой стиль, своя визитная карточка, и чтобы он показывал не только свое имя, но и свою страну, откуда он рисует, и чтобы можно было прокачивать и Россию тоже. Я думаю, что это важно.